З нами на прямому зв'язку Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор. Пане Романе, ми вас вітаємо. Слава Україні і раді бачити. Доброго ранку. Героям слава. Пане Романе, розпочнемо ми з вами з міста Авдіївка. Вчора, 2 листопада, російські війська перетнули лінію залізної дороги біля села Степове та почали штурмові дії біля самого села на півночі від Авдіївки. Про це пише військовий журналіст Юрій Бутусов. І зазначає, що російська піхота закріпилася за залізницею, накопичується для розширення плацдарму і для атаки на Авдіївський коксохімічний завод. Ось це розширення плацдарму та намагання все ж таки закріпитися там, захоплення заводу, чи буде означати поступове складання оборони та захоплення міста? Які загрози постають зараз перед нашими військовими? Це в районі Терекуна, так називаємо, отвала пород. Росіяни тоді підпілись в районі самого Терекуна і от і повзли железну дорогу в направлінні к Авдіївці. Сам по себе это хорошее фортификационное сооружение с военной точки зрения брать. Его наши войска однозначно будут удерживать. Промзона серьезно укреплена последние 8 лет, даже 10 лет, где-то с 2014 года эта промка укреплялась в этом районе. И потому для россиян это будет довольно-таки тяжелое испытание именно в этом районе. Именно пересечь как раз железную дорогу они, в принципе, смогли. Это с севера Авдіївки. Подойти к кромке и пойти на Ясиновский, это будет россиянам очень дорого стоить. Потому что он очень хорошо пристрелен, этот завод. Он находится, еще раз повторюсь, на севере Авдіївки. То есть это не сама Авдіївка, это северный край за линией, можно сказать, за линией городской черты, потому что Авдіївський коксохім будет площадка для уничтожения россиян. Но перед Авдіївським коксохімом довольно-таки серьезное наше укрепление. Видим это все разворачивание российского плацдарма, который они создают для движения. Когда накопятся в хорошем количестве, начнут двигаться по полям, артиллерия, боги войны, которые сегодня празднуют свой праздник, мы их с этим праздником, они накроют, но, по крайней мере, часть пехоты точно отметают, то есть уменьшат боевое давление на нашу часть. Пане Романе, згадаємо про ще два важливі напрямки фронту. Це Запорізький. Чи вдасться розширити фланги? Ключове запитання. І як відбувається просування в цьому напрямку? І, знову ж таки, Бахмутський напрямок. Тут теж знову варто говорити про залізницю, про контроль над залізницею саме там. Прошу, ваші думки. Ми входимо в осінній-зимній період. Ближайшее время почнуться дожди. Наши войска уже переформатируются. Некоторые направления были закрыты, как стратегические наступательные. Переходим в активную оборону практически везде по линии фронта. Кроме трех мест, можно так сказать. Первое – это оставляем как стратегическое направление на Донбасском фронте. Это район Бахмута, там есть положительная динамика. Постоянно движемся. Сейчас в районе Клещей уже занимаемся железной дорогой. Там действительно по восточной стороне этой железной дороги, идущей из Горловки в Бахмут, есть несколько плацдармов, которые наши войска расширяют. Основная задача – пересечь шоссейную дорогу. Мы ее уже держим под огневым контролем, там несколько километров, там даже минометы достают. Но оптимально пересечь шоссейную дорогу на одном из плацдармов, дальше выйти на Бахмутку. Там три дороги идут параллельно с юга на север в сторону Бахмута из-под Горловки. Две дороги – и железная, шоссейная, и река Бахмутка. И вот когда создастся такой серьезный плацдарм по левому берегу Бахмутки, можно будет двигаться в сторону Бахмута с юга и заходить буквально в центр города, отсекая российские войска. Это сейчас такую стратегическую задачу, которую будем выполнять в осенне-зимний период. На запорожском направлении оставили одно стратегическое направление, район Рабутино, Токмакна, Мелитополь. А сейчас этап выправы расширения плацдарма, укрепления в
флангов. А для того, чтобы двигаться дальше на юг, нам нужно расширить плацдарм хотя бы километров на 15-20. Для того, чтобы снять проблему с фланговых, от фланговых ударов россиян. Есть положительная динамика, опять же, западнее Работино и в районе Вербового. Это западная и восточная часть этого плацдарма. И третий участок фронта, он пока еще только раскачивается, можно так сказать. Это Херсонское направление. Это тоже перспективное направление, так как в осенне-зимний период можно выполнять боевые задачи, не зависеть от погоды, так как на левом берегу все-таки глинисто-песчаная почва, она хорошо держит гусеничную технику и во время дождей в мокром состоянии. Поэтому это направление развивается. На левом берегу несколько плацдармов уже, можно сказать, подтвержденных в районе железнодорожных мостов. И где-то на глубину 3-4 километра вдоль Днепра по левому берегу на ширину от Черного моря примерно километров 70-80 уже есть так называемая санитарная зона, которую создали, опять же, наши разведчики с помощью артиллерии богов войны. И дальше движение именно по левому берегу, дальше расширение этой санитарной зоны, в конце концов, приведет к такому, создаст более-менее сносные условия для жизни на правом берегу гражданского населения. Херсон очень сильно страдает от армейской артиллерии. Вот задача как раз здесь такая стоит. Потому три фронта, можно сказать, Херсонский, Запорожский и Донецкий. На трех фронтах оставлены стратегические направления для осенне-зимнего периода, чтобы не замораживать наше движение. Пане Романе, російські окупанти зараз намагаються заховати свою техніку подалі від лінії фронту після передачі ракет «Атакамс». І у повітряних силах очікують таку ж реакцію на передачу нам літаків F-16. Про це сказав речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Скажіть, будь ласка, ось це переміщення техніки подалі від фронту, як воно грає нам на руку? Ну, перше, що спадає на думку, це час, який так вони витрачають на переміщення тієї чи іншого озброєння. Далі це складність переміщення, ви згадали, за погодні умови і так само витрата палива. Якраз перед осінньо-зимним періодом у росіян будуть дві проблеми. Погода, як двигатися, а у них плечі іноді, допустимо, на западне направлення, плечі поставки где-то 500-700 кілометрів. 500-700 кілометрів, а якщо вопрос буде стояти с достаточным количеством передачи нам достаточное количество ракет, даже 100-мильных, которые нам атакамцы передают, то на дальности где-то 50 километров до линии фронта начнем перехватывать любой груз. Это если считать военный груз, ну и тем более расположение, допустим, аэродромов, баз хранения, сосредоточение личного состава, ремонта техники, топливных складов. То есть на глубину 150 километров можно будет фиксировать, уничтожать, останавливать, отрезать россиян от поставок. Потому и Херсонское, и Запорожское направление, почему в осенне-зимний период, оно перспективно. Потому что как раз туда им и везти. И это все будет происходить под ударами наших дальних средств поражения. Посмотрим, потому что пока мы видим работу атакамсов ракет М-39 100-мильных, но, может, поставят нам все-таки М-39А1 300-километровых. Есть еще несколько заказанных боеприпасов для тех же «Хаймерсов» от М-26 30-километровых до полного спектра ракет и 100-мильных, и 300-километровых с разными боевыми частями. То есть это как раз остановит или, по крайней мере, ухудшит возможности россиян на дальних фронтах, а вот для россиян. А вот на Восточном фронте там будет сложнее, так как плечо поставки очень короткое, бить по российской территории мы не можем. С Валуек до Купянска 80 километров, полтора часа езды, и там всего лишь 20 километров по нашей территории перед Купянском. Потому здесь будет сложнее, с одной стороны, но с другой стороны проще, так как после того, как начнутся дожди, двигаться там будет просто невозможно. То есть нет смысла что-то вести, если все равно проводить наступательные действия нельзя. И даст
чернозем донецкий это делать. И основная, такой основной плюс большой применения ракет типа «Атакамс» — это возможность убрать с нашей территории аэродромы подскока, которыми пользовались россияне для тех же вертолетов. Дело в том, что сейчас их перегнали вертушки в район Таганрога под Ростов, а это больше 150 километров, из-за Джанкоя в Веселое. Вот недавно нанесли мы и туда удар. Но эти аэродромы далеко, то есть 150 километров в одну сторону, это до часа лета иногда вертолету в одну сторону, а потом еще в другую, то есть заправляться надо, меньше вооружение берет, но и дольше висит в воздухе, легче его сбить, в конце концов. Потому что по вертолетам тут тоже такой для нас большой плюс. Пане Романе, маємо наголосити, повідомити нашим глядачам та вам, що у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях наразі лунає повітряна тривога, тому просимо, будь ласка, усіх спускатися до безпечних укриттів. Ну, сигнал повітряної тривоги час від часу лунає в тимчасово окупованому Криму. Не випадково про нього сьогодні теж згадаємо, але в якому контексті? В британській розвідці кажуть, що росіянам доведеться або вже доводиться все-таки на певних відтинках фронту знімати свої батареї протиповітряної оборони. Ну і взагалі, як зазначають в Міноборони Великої Британії, що втрата навіть кількох систем С-400 для росіян, вона досить так серйозно підірве їхню спроможність оборони саме з повітря. Пане Романе, на вашу думку, ось на прикладі Криму, чи могли ви пояснити, як саме працює протиповітряна оборона росіян, скільки її залишилося, адже останнім часом були повідомлення про часткове пошкодження або ж знищення батарей ППО противника? Прошу. 4 С-400 были повреждены или уничтожены за последние несколько дней. Три в районе Луганска с серьезным хорошим ударом, комбинированным и атакамсов, и, скорее всего, хармов. Одна батарея была повреждена в районе Оленевки несколько дней назад, тоже комбинированным ударом. Причем там, помимо повреждения батареи, был выведен из строя практически весь состав обслуживающий. До 17 человек получили тяжелые ранения, сейчас располагаются в медчасти. То есть хороший серьезный удар. Крым они прикрывают многоэшелонированной системой. Там основная это именно С-400, почему по ней мы и бьем. Есть С-400, С-300, буки, панцири новые, которые они расположили, они больше объектовые, то есть это армейская вроде система, но они используют как объектовые системы зенитно-ракетных комплексов, прикрывая те объекты, которые пытаются, по крайней мере, прикрыть. И так как объектов у них больше 150 объектов, то на всех, естественно, панцирей не хватает, потому там несколько только панцирей стоит, а основная вся, так сказать, тяжесть ПВО ложится именно на С-400. Это дальняя система, и у нас это основная задача как раз уничтожить именно эти комплексы. Вот начали уже с западного побережья Крыма, доходим уже иногда и до Феодосии, там в районе Феодосии, там на высотах также стоят ЗРК, там, правда, есть и С-300, но общее С-400 в районе Керчи, то есть туда мы еще не добрались, нет у нас 300-километровых ракет, тут, я думаю, либо придут Таурусы, либо 300-километровые атакамсы, доберемся и до Керченского моста. Максимальное прикрытие у россиян – Керченский мост, многоэшелонированная оборона, начиная, скорее всего, с боевых трипангов, сарказм, конечно, и заканчивая ПВО авиационным, то есть там авиационная компания эскадрилья прикрывает, с воздуха прикрывает Керченский мост.